Ученые энергетики будут вместе работать над созданием и внедрением новой техники. Об этом говорили в Москве на первом заседании Совета по инновациям российской энергетической компании ФСК ЕС и Академии наук. Его участники рассмотрели проект интеллектуальной энергосистемы. Есть те элементы, которые нужно сегодня уже ставить, пробовать и внедрять в энергетику. Это размыкатели и замыкатели больших токов, это системы ограничения токов короткого замыкания, моделирование ударов молнии в линии электропередач, повышение надежности, новые датчики световолоконные тока и напряжения, антигололедные системы. Все это делается сегодня энергетиками. Но это все вяжется вот в одну общую схему, которая называется интеллектуальная система. Прежде всего, для энергетики, для потребителей это должно обеспечить повышение надежности и качества оказания услуг по передаче. Может быть, это звучит банально, но основная задача – это обеспечить безаварийность работы потребителей и повысить надежность энергоснабжения. И второе – это, конечно, минимизация издержек сетевых компаний на свой процесс передачи электроэнергии и, соответственно, уменьшение стоимости электроэнергии для конечных потребителей.